Дорогие друзья, рада приветствовать вас в Университете правительства Москвы. Представляю вам востребованную, практикоориентированную и уже ставшую популярной среди абитуриентов и студентов образовательную программу управления персоналом. Программа очень востребована. Почему? Потому что пока существуют люди, которые объединяются в организации для достижения единых и поставленных целей, всегда будет потребность и необходимость управления людьми. А управление людьми – это вершина искусства управления в нашем динамичном изменяющемся мире. Общество постоянно меняется и вносит изменения в рабочие процессы во всех сферах и отраслях, во всех организациях, в компаниях, в корпорациях. И HR-специалисты сегодня решают очень важные задачи. Им необходимо адаптировать персонал для новых условий. Им необходимо мотивировать персонал и сформировать эффективную команду для достижения результатов их деятельности. Дорогие друзья, наши программы очень интересные, потому что мы приглашаем лучших специалистов, в том числе и практиков правительства Москвы, которые знакомят наших студентов с новейшими кадровыми технологиями. А повысить свои эффективные коммуникации и научиться управлять персоналом в мультикультурной команде можно, обучаясь на образовательной программе «Управление персоналом в международных организациях, корпорациях и дипломатических представительствах». Наша программа «Управление персоналом» очень уникальная, потому что наши студенты имеют возможность участвовать в кадровых проектах правительства Москвы, еще обучаясь в стенах нашего университета. Ждем вас, дорогие друзья, на наших программах «Управление персоналом».